Без пяти минут самый молодой гроссмейстер в мире. Маленький шахматный ферзь, король черно-белого шахматного поля, мистер Е2, Е4, Михаил Осипов. А, ты самостоятельно уже, да? Я знаю. Ты знаешь, давай я по лестнице тебе помогу, тут ступеньки высокие. Сам? Да. Ну хорошо, сам и сам. Так, я понял. Миш, ну ты, мол, ты взрослый уже, оказывается. Михаил Осипов. Миш, давай на диван сядем. Забирайся. О! Как настроение? Хорошо. Хорошее, да. Я понял, что хорошее настроение. Ты вообще самостоятельный уже человек, да? Я посмотрел, ты так шел уверенно. Да. Чем ты интересуешься, Миш? Шахматами. Шахматами? Да. В 3 года? Да. Ты имеешь в виду, что тебе коробка нравится, как они гремят? Нет, как они ходят. А ты знаешь, как они ходят? Да. А как конь ходит? Прыжок в сторону. Нам вот так вот. Я всегда думал, что прыг-скок в сторону — это Валерий Леонтьев на сцене. Оказывается, это шахматы. Так, но это действительно очень глубокие знания для 3-летнего ребенка. Миш, я просто поражен. Серьезно. Ну. Я тебе хочу предложить сейчас партию. Давай партию сыграй. Ты сейчас завелся прям как заядлый игрок. А давайте партеечку в шахматы, да? Ну, это здорово. Пойдем, пойдем за стол. Ну что ж, ты готов сыграть? Да. Подожди. Миш, у меня для тебя одно важное признание. В отличие от тебя 3-летнего, я 40-летний лоб. Играть в шахматы не умею. Поэтому мы тебе нашли достойного противника. Я приглашаю в эту студию 12-го чемпиона мира по шахматам, международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Карпова. Здравствуйте, Анатолий Евгеньевич. Здравствуйте. Прошу вас. Миша Осипов. Сразу же Анатолий. Я хочу сразу сказать, Анатолий Евгеньевич, Миша Осипов учился по вашему учебнику. Мы смотрели, как ты играешь с Виктором Корчным. С Корчным, как я да. знал? Так это же давно было. А он застал Миша. Спасибо, бывает. Так. Да, да, я рад, что вы друг друга понимаете, я даже могу уйти. Но, Анатолий Евгеньевич, садитесь, я предлагаю вам партию. Да? Да. А Миша какими предпочитает играть? Я белый. Белыми хочешь играть? Да. Да? Так. Что значит гроссмейстер предложил? Когда и что, как мы с тобой будем играть? Какие дебюты любишь играть? Если вот так пойти, это английское начало. Да, точно, точно. Английское начало. Так что, твой любимый дебют? Или ты играешь все-таки закрытые дебюты? Ну, я... Или открытые? Я все-таки играю до 4 вот так. До 4 играешь? Угу. Так играй. Так можно. Так, давайте так. У вас 2 минуты будет, а у Миши 10. 10 минут достаточно будет? Да. Хорошо. Так. Начинаем? Да. Итак, дамы и господа, мы начинаем партию. Анатолий Карпов против Михаила Осипова. Ну что, наверное, так, да? Хорошо. Вот так. Ага, отлично. Прыг-скок в сторону. Как называется этот дебют? Ассистенчочи. Молодец. Защита немца, правильно так и называется этот дебют.
Защита не отсутствует. Я вообще ничего не понимаю. Ни что они делают, ни что они говорят. Какой-то птичий язык. Вот Анатолий Евгеньевич, бьешь, объясните, что пытается сделать Миша? Миша пытается меня обыграть. Так, давай я. Что-то необычное я сделал, да, Миша? Что, удивлен Миша, что Анатолий Евгеньевич умеет играть в шахматы? Неожиданно. Далеко. Ну, так вот. Вы обратили внимание, что Анатолий Евгеньевич перестал спрашивать название ходов Миши? Уже все, мы вышли. За дебют вышли, уже все неизвестно. Ой-ой-ой-ой-ой. Скажите честно, поддаюсь немножко? Защитить надо песочку, да? Думает. Думает. Активно, ага. Активно. Поддаетесь немножко? Я никогда не поддаюсь. Нет, я Мишу спрашиваю. Как мы? Так. Молодец. Твой ход, Миш? Почему? Сбивающий вопрос, Анатолий Евгеньевич. Когда-нибудь столь юный шахматист бросал вам вызов? Нет. Со столь юными я еще не играл. Так, позиционная игра получилась у нас с тобой, Миша. 0-1 напал. Приходится мне уходить. Не бежать позорно, ладей. Что ж происходит в этой голове? Я думаю, что сейчас идет психологическое давление на вас, Анатолий Евгеньевич. Смотрит на соперника, как я это делал. Взглядом пытается понять, что происходит и насколько черные уверены в своих силах. Миш, у тебя есть какой-нибудь сейчас разряд по шахматам? Пока нет. На самом деле, Миша скромничает, он недавно защитил второй юношеский разряд. Молодец. Я вообще я это не понимаю. Это невозможно. Ага. Вот я только хотел задать вопрос. Ты правила рокировки знаешь, а Миша берет и делает рокировку. Вот так. Лучший ход в позиции. Ну, давай я тут возьму. Для непосвященных, Анатолий Евгеньевич, кто сейчас в более выигрышной позиции? У кого времени больше. А, то есть Миша. Время – это важный фактор. Да нет, вот он меня догоняет. По времени? По времени, да. А по расположению фигур? По расположению проблемы есть определенные. У обоих? У обоих, да. Слушай, вот время у нас с тобой сравнялось, и, как я понимаю, шансы тоже. Согласен ты на ничью? Нет. Ну тогда проиграешь по времени. Ну вот видишь, какой серьезный. Не договорились. Да, и тут Осипова понесло, так. Как же дальше-то тогда? Давно вы видели, чтобы чемпион мира по шахматам предлагал ребенку ничью? А то да-да, только я не согласен. Вот так вот. Взял и ушел конем. Ну ладно, я пешкой пойду вперед. А Анатолий Евгеньевич завелся. Дети детьми, а азарт-то. А точно ничего не согласен, а? Миш? Я думаю. Дело в том, что Миша не так быстро разговаривает, как играет, поэтому... Не так раз играю. Ой, Миш, у тебя флажок упал. Ничья? Ну, понимаешь, надо было на ничью согласиться. Объективно оценить возможности. По времени в том числе. Да. И согласиться на ничью? Я не хочу. Не хочешь? Ну тогда у тебя поражение. Время ушло. Флажок упал. Да. Да? Ну давай, ручка. Не расстраивайся. Нет, у тебя много-много побед впереди. Знаю.
Миш, я хочу сказать, ты настоящий рекордсмен нашей программы, потому что ты продержался против чемпиона мира по шахматам. Сегодня из родителей пришел тебя поддержать. Мама. Мама, где наша мама? Мама. Подожди. Как вы оцениваете уровень Миши? Вообще для такого возраста бесподобный. И по знаниям, и по пониманию. Миша играл как взрослый Миш, шахматист. Мы тебя хотим наградить медалью. Самой настоящей медалью, лучше всех. Вынести, пожалуйста, нам медаль. Ты огромный молодец. Давай, давай, подходи. Пожалуйста, Анатолий, да. Вам почетная миссия. Ну, заслужил. Держи медаль. Ну. Давай ручку, побед тебе. Миш, дорогой, вот тебе Анатолий Евгеньевич написал за роспись свой автограф поставил, своей книги. Это тебе. До свидания. Да, Миш, а у меня к тебе еще одна просьба. А ты можешь для нас сейчас решить пару шахматных этюдов? Могу. Можешь? Давай. Расскажи, что тут нужно сделать? Конь А6, король 8, сейчас... Ага. Король 8. Так. Ферзь А8. Ага. Король Е7. Так. Конь F5, мат. Браво. Правильно? Правильно. Миш, я вообще в шоке. Вот. Я... Давай, давай. Конь C5. Так. Ладья C5. А, так. Ладья F6. Ладья F6. Король F6. Ладья F7, мат. А это вообще сложно в 3 года так делать, да? Очень. Нет, это я дома и смог. Правда. Хорошо, еще одну комбинацию нам расскажешь. Давай, во, давай. Слон F6. Слон F6, так. ЗФ. ЗФ. Что-что? ЖФ. А. Да. Король F8. Так, король F8. F5. Так. Конь F7, мат. Вот это уже этюд. А ты я дома рисовал и смог. Ну, Миша. Миш, дорогой, я очень рад, что ты сегодня пришел на нашу программу. Ты показал невероятный класс, потому что я никогда не видел, чтобы в шахматы играли и еще так хорошо дети в твоем возрасте. Знаю. Поэтому мы тебя поздравляем. Спасибо большое. Хорошо. Это был легендарный Анатолий Карпов. До свидания. И будущая легенда отечественных шахмат Михаил Осипов. Я вижу.